Здравствуйте, друзья! Сегодня 27 сентября, очень холодно, идет снег, а живу я в Сибири, в Хакасии, и мы будем сжечь шашки серные в теплицах, то есть обеззараживать теплицы и парники. Вот так выглядят шашки. В одном комплекте вот столько таблеток, скажем, таких, или шашечек. И вот одной упаковки хватает на 10 кубометров. А у нас теплица 32 кубометра. И поэтому мы сожгем 3 упаковочки. Уже Витя мой расставил. Вон, видите, этого хватит, чтобы обеззаразить теплицу. Теплица наша 3,5 на 4 метра. Но она высокая, потому что она нестандартная. Потом будем жечь шашки вот в этой теплице. Отсюда я все убрала, даже горшки уже все стоят здесь. Многолетники. Куда же я убрала оттуда свои растения? Кто со мной на канале, тот видел, что вся теплица была заставлена растениями, маточниками, черенками и так далее. Вот мои мультифлоры. Закрыли аж в 4 слоя их. Они уже там в теплице. Кто зацвел, кто только набрал бутоны. В общем, пока постоят здесь, а завтра мы опять все перенесем в теплицу. И будут в теплице стоять до тех пор, пока листочки не начнут уже, ну, вять, то есть замерзать. Тогда я все перенесу в избушку. А может быть, и не перенесу, потому что у меня есть черенки. Не знаю, хватит ли у меня терпения с ними распрощаться. Очень холодно, ну просто очень. Растения все свои я унесла в избушку и в свою светелку в квартиру. Это у нас летняя кухня. И вот поставили сюда второй стол. И наставила я растения. То есть здесь маточники. И даже по 2 одинаковых. Вот зачем я это делаю? Я не знаю, друзья. Вообще, сколько есть, столько и пру домой. Ой, ну какие красотки. Это аргерантерум. Вот такой желто-оранжевый. Вот такой сиреневый. Я уже вам не раз показывала. А этот цветок называется Euphorbia glitz. Молочай, по-моему, так. Он сейчас очень модный. Мелкие такие цветочки. Можно подсаживать его в любую композицию. Можно сажать в монопосадке. Он разрастается большим просто облаком таким белым. Очень красивый. У меня он первый год. Так что будем все с вами вместе смотреть. Ну, там вот разные твари по паре. И вербена, все это вегетативное. И даже георгины 2, надо бы их обрезать. Это Snow Princess, хотя я и отростки взяла. Ну, в общем, не ведаю, что творю. Тащу, 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 как Плюшкин, все сюда домой. А на этом стали гортензии, которую купила в этом сезоне. И успела уже обломить от нее одну веточку. Вот такая вот Наташа неаккуратная. На пол поставила фуксию, обрезала в больших горшках. Гортензия здесь же у меня, я еще ничего с ней не делала. Надо ее тоже обрезать, ну это маленько погодя. Сейчас совершенно некогда. А еще у меня здесь целый склад томатов. Это остатки, у меня уже ничего нету. Делала семена, продавала, ели и раздавала. И, в общем, вот так. Это, друзья, росомаха. Ой, какая красавица. Как идет снег сильно. А теперь пойдем в светелку. Ну вот, друзья, а это моя светелка. И висит, и стоит, и чего только здесь нету. И здесь вот тоже занесла такой маленький столик. Наставила на него. Здесь же у меня семена. Кстати, выписываем у меня семена. У меня такие хорошие сорта, вы бы только знали. Оставлю под видео ссылочку на каталоге. Что же у меня на стеллажах? И на стеллажах тоже всего хватает. А вот здесь я проверяю процент схожести семян. Если какие-то семена у меня немножко в подозрении, я обязательно их проверю. Все проверить нет никакой возможности. Их очень-очень много. Ну что ж, здесь еще не совсем укоренились мои черенки. Дальше идем.
Здесь тоже еще не совсем укоренились, стоят. А вот эти уже укоренились, это колиусы. И колиусы, какие красотки, здесь их столько много. Ой, знаете, я на них смотрю, и у меня просто душа радуется. Сразу настроение поднимается. А вот такой вот колиус у меня впервые. Интересный какой-то, прямо как будто кожаный какой-то. Такие листочки, не знаю. Но замечательные колиусы, замечательные. Так, что же у нас понизу? А понизу вот так занесла тоже все свои растения из теплицы и в больших горшках, и поменьше. В основном, конечно, пеларгонии. Это агератум вегетативный, такой хорошенький, красивенький. Здесь пообрезала свои компанулы. Вон там, посмотрите, как уже полезли отросточки. Они будут просто шариком молодые. Вот тогда-то и надо брать, когда они отрастут, с них черенки. Вот с таких вот брать нельзя, они у вас не укоренятся. Вот такие, у которых уже есть цветочки на побегах. Их брать нельзя на укоренение, друзья. Здесь у нас понизу, ну, тоже всякой твари по паре. Вот это у меня уже новенькая сбежавшая невеста или фата невесты. Я потом ее в горшочек пересажу и подвешаю. Здесь вербенник тоже манечатый, зеленый и салатного цвета. А там у меня вегетативный портулак. Ну, в общем, всяких растений здесь навалом. А вот здесь Snow Princess и другой сорт у меня вегетативного алисума. Но я ведь все равно еще занесла горшок. Это что такое? Что такое? Седум Лемон Корал. Два стаканчика тоже очень нравится. А вот мои хризантемки. Здесь они уже укоренились и даже набирают цвет. Вот зачем я там укрываю, собираюсь заносить? У меня ведь есть черенки. Нет, я не знаю, дуракам закон не писан, простите меня. А там брахикомка такая вегетативная, вон цветочек видно. В общем, вот так вот и собираю все. Здесь у меня вегетативная тунбергия. Не знаю, смогу ли я ее размножить или нет. Что же у меня здесь? Уже даже цветут мои укореняшки. Это мультифлора. И там биденс, по-моему. Вон, уже все укоренилось. Надо убирать эту полиэтиленовую пленку. Ну, вот так, друзья, как-то. Подвесы всякие, свола приятно. Вот до того красиво. Но, друзья, она долго разрастается. Она вот только разрослась к концу лета, осенью. Такая шапка стала хорошая, большая. Поставила на стол, чтобы вам лучше показать. Посмотрите, какая она красивая, какая она пышная. Ну, она росла очень долго. Вот чтобы дорасти вот до такого состояния, это с весны у меня черенок рос. Представляете? Поэтому, если вы хотите вырастить такую сволу приятную, называется свола приятная, тогда нужно брать вот сейчас именно черенок, выращивать всю зиму. И я думаю, тогда к лету у вас он будет выглядеть вот так красиво. А может, еще красивее, друзья. Встала повыше, чтобы показать, что же у меня на третьей полке. А там у меня, представляете, вот здесь вечно цветущая бегония. Я взяла, разъединила куст, и он уже приживается. Там пошли молоденькие листочки. И посадила. В общем, всякой ерунды здесь хватает. В общем-то, не ерунда. Вот такой плектрантус. Ой, какой красивый. Представляете, вот так вот в горшочке. И вот так вот выглядит. Я думаю, что его не надо сажать, как я вот в композиции посадила. Его там, ну, там особой красоты, мне кажется, не было. Как вот так в отдельности, если его посадить в горшок. Но в следующем году я посажу его в монопосадке. В большом горшке. Я думаю, что он будет красивый. Это тоже плектрантус ресничатый. Я его недавно обрезала, чтобы он у меня сильно не разрастался. Он тоже симпатичный. И вот плектрантус
Это такой гольд. Вот какой симпатичный. Он только стал обрастать. Что-то я его пообрезала. Но все же надо заносить, все обрезать. Где же здесь шапками-то сохранится? А вон там еще плектрантус с варигатным листом. Вот какой красотка. Красавица. Красавицы. Ну, вообще, вот так вот как-то выглядит у меня верхняя полка. Вот тоже маточник висит. Это будра с варигатным листом. У меня еще есть будра с мраморным листом. Вон она с мраморным листом, нашла ее. Она тоже очень красивая. Мне так понравилась в этом сезоне. Замечательная. У меня еще есть новиночки вот такие у колюсов. Такие красивые. Всякие, просто всякие. Ой, замечательные. А вот это, по-моему, так и называется. Вечно красивая. Ну, по крайней мере, у меня так написано. Вот я бы их рассматривала и рассматривала. Показывала и показывала. До того они симпатяшки. Вообще красавицы. Красавицы. А вот такой батат интересный. У меня как-то был в прошлом году, но он почему-то пропал. И вот мне его по новой дали. Такой батат. Вот такой батат. Вот еще. И вот что-то листочек желтеет. Это такой зелененький лист резной. А там вот еще я взяла отросточек. Примерно вот такой, только зеленый. Ну, он как-то растет, я не знаю, вот так морщится. Может, он все-таки разрастется потом. Даже не знаю, друзья. И вот такой батат интересный, просто интересный. Ну, я не знаю, мне вообще все нравится. Вот здесь вот капельки, прежде чем занести, я вам забыла сказать, я все свои растения обработала санмайтом прямо в теплице, а потом все сюда занесла. В землю добавляла гром, в грунт, то есть. Полила потом его, этот грунт с привикуром, когда сажала. Но вроде бы все делала для того, чтобы не было у меня вредителей и заболеваний. Но я не уверена, просто не уверена, что у меня их не будет. Вот они просыпаются, активируются потом и начинает свои дела делать. Ну, будем бороться, друзья, что сделаешь? Раз хотя бы в месяц нужно обрабатывать и от заболеваний, и от вредителей. Тогда, может быть, еще что-то и сохраним до следующего сезона. Вот так выглядит моя светелка. Друзья, кому интересно, что это за светелка и как мы ее делали, я вам тоже оставлю ссылочку под видео. Потому что в этой светелке просто открыта домой дверь. Мы всегда ее держим открытую. Когда обрабатываю растение, тогда мы ее закрываем. А так она всегда открытая. И здесь прохладно зимой, потому что мы ее не обогреваем. Обогреваем только тем, что идет воздух теплый из квартиры. Здесь везде пластиковые окна, теплые, хорошие. Витя мне утеплил пол. Ну, в общем, если вы хотите, то посмотрите. Я оставлю, еще раз говорю, ссылочку. Места мне, конечно, очень мало, но что поделаешь. Уж много мне лет, чтобы держать теплицу зимнюю. Да и, друзья, нам это невыгодно. Представляете, зимняя теплица, она никогда не окупится, потому что в деревне мало покупают рассады. Да и это надо сколько рассады вырастить и продать. Я даже не смогу этого сделать, чтобы оправдать теплицу. Поэтому теплица нам зимняя не нужна. Она нужна, но и не нужна. Мы ее начинаем обогревать где-то в середине марта, а до этого времени все будет стоять вот здесь. Каждый год в зале я ставлю один стеллаж вот сюда в простеночек. Придется поставить и в этом сезоне.
Конечно, я все свои колиусы потом поставлю на подоконники. Подоконники немножко утеплю фольгированным утеплителем таким на поролоне. К стеклу поставлю тоже поликарбонат. Шторы поменяю на другие. И как-то буду выходить из положения выращивать колиусы на подоконниках. А вот здесь поставлю стеллаж, буду черенковать. Ну, что поделаешь, друзья, с нами, с цветочниками. А у меня еще есть два окна в спальне. Вот, пожалуйста, подоконники. Я могу здесь тоже разместить кое-что. Ну, нежелательно бы, конечно. Но весной, возможно, сюда поставлю часть пеларгонии. Вот таким образом будем выходить из положения. Ну уж очень я люблю свои растения. Снег разошелся, а моя мультифлора такая красавица. Стоит, цветет и нас радует. Вот так, друзья. Конечно, на ночь, когда вот эти заморозки, они у нас уже опять пошли, я заношу их все в светелку. Хорошо, что она рядышком. Витя мой жжет шашки в теплицах, в парниках, а я этим временем вам показываю свои растения. Где же я их содержу теперь? До свидания, друзья. С вами была я, Наталья, и мой канал. Делимся опытом взаимно. Оставайтесь со мной на канале. А кто не подписался, подписываемся. А еще я всех жду в гости. Заглядывайте на мой канал.